Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Обливион. Последняя серия у нас волею судеб заживалась, то есть пропала практически полностью из-за критического бага на ютубе при обработке, про который я вам рассказывал в новостях. Ну, да не суть важно, потому что там мы занимались, как оказалось, абсолютно бесполезным делом. Мы выполняли для Галартира квест, в котором он просил нас отследить еще одного человека, то есть мы проследили за той женщиной, которую он просил нас в предпоследней серии узнать, не подсматривают ли за ним после того, как оказалось, что она вообще ничем таким подозрительным не занимается. Он попросил нас последить еще за одним человеком, который работал придворным. Он тоже ничего страшного не делал. Теперь, как я узнал, мне там в комментариях написали, что можно вообще за ним не следить. Ну, то есть я так и делал в итоге. Поэтому мы сейчас... Так, что у нас с квестом там, я не совсем помню. Короче говоря, мы не будем ни за кем следить. Так, считает, что за его домом наблюдает Давид Сурели. Так что мы следующую полночь придем и скажем ему, что Сурели следит за ним. Я опять обману его. После этого мы, я думаю, после того, как выбьем деньги из квартиры, убьем его, потому что мне уже пора в темное братство. А для этого нужно убить какого-нибудь никчемыша. Квартир на эту роль подходит очень даже. Да и вообще, у меня после того, как я там две серии подряд выполнял за него квесты, то есть он говорит, вот этот человек подозрительный. И мы как придурки... А, подожди, мы же не купили квартиру. И мы после этого тратили там по 40 минут, следя за тем, за другим. Так, спецназ! Опа. Теперь я хочу смерти. Привет. Здравствуй, красавица. Давай быстрее. Давай. Постель. Тебе нужно отдохнуть? Я сниму комнату. Хорошо. Сейчас мы... Так. Мне надоело болтать с тобой. Да ладно. Сейчас мы поспим где-то, ну, то есть часа 24, чтобы в следующую ночь прийти опять к этой часовне, наврать Гварт... Да подожди. Блин. Чё не так? Какую комнату он нам сдаёт? Я уже забыл. А, вот эту? Ну ладно. Все равно купить пришлось бы. Так, мы отдыхаем 22 часа. И после этого идем сначала врать Галартиру, а потом валить Галартира, чтобы не зазнавался. Потому что, по сути, вот вся предыдущая серия, ну там, конечно, серия была интересная, скажу сразу, потому что мы там много рассуждали по поводу The Elder Scrolls Online. Я рассказывал там, что там узнал в последнее время от людей, которые занимаются этим делом. Но... Ушло и ушло, сейчас будет время, мы еще об этом поговорим, потому что игра, судя по всему, получается интересная крайне, но все-таки это будет ММО. ММО я, честно говоря, не сильно люблю, ну как-то вот, я не знаю, даже Звездные войны, The Old Republic, единственное ММО, которое мне понравилось за, я не знаю, там, последние лет 5, и то она вот сильно сдает именно из-за того, что это ММО, в ней очень многие моменты порятся, очень сильно убивается атмосфера. Но, тем не менее, вот что-то нас ожидает, и там именно, что будет весь мир Elder Scrolls, там будут и земли Редгардов, и тому подобное. Так, но вернемся к нашим оленям. Что удалось выяснить о нашем уважаемом гражданине Давиде Сурели? Ты знаешь, ты был прав, он шпионит за тобой. Теперь все встает на свои места. Да, да, теперь все обретает смысл. Вот. Это твое последнее задание. Я бы это и не выполнял, но просто он платит бешеные деньги. Как насчет обещанного вознаграждения? Вот твое золото, как я и обещал. Я всегда плачу по своим счетам. Выполнишь последнее задание, оно в этой записке, и я заплачу тебе еще больше. Окей. 200, ну, что-то не так ты много заплатил. Убить нескольких людей. 1000 септимов. А что, если мне тебя убить просто самого? Мне дадут эти 200 септимов. Но вообще я тебя убью сейчас по-любому, потому что мне, в принципе, денег хватает и без этого. У меня 1500. И вообще с деньгами здесь гораздо больше напряженка, да, согласитесь, чем в том же Скайриме. В Скайриме там деньги набирались очень быстро, и тратить их было не на что, натурально. Здесь как-то... Немножко по-другому. Так, если я сейчас начну стрелять, может сбежаться стража, поэтому хотелось бы убить его с первого выстрела.
Ну, вообще, если не получится, то мы загрузимся и пойдем проследуем к нему домой, там по-тихому его прирежем. Но хотелось бы, конечно... Добрый день! Вартир пал от моей руки. Все, тихо, спокойно. Скотина, сколько времени я на тебя потратил? А? Да, но денег я с него особо не сниму, я смотрю. Ну ладно. Ключ, 13 золотых отмычки. Ладно, можно было с него навариться, для этого нужно было подождать, ну да ладно. Зато мы, в принципе, сделали все, что хотели. 1000 септимов. Ай, ладно, пойдем. А где у нас дом Глартира находится? Мне интересно, что откроется в его доме с помощью этих ключей. Почему-то мне кажется, что ничего в его доме интересного нет. Осталось понять, где же его дом. Так, ну сейчас мы по-любому ляжем спать, и, возможно, к нам придут... О, дождик пошел. Возможно, к нам придут представители Темного Братства. Где же живет Глартир? Так, ну здесь Бернардетта живет. Да, мы следили за ним и знаем. Урос пастух. Может обратиться к помощи карты? Нет. Вот он, отлично. Давайте посмотрим. Ладно, просто последить, это одно дело. Но убить людей просто потому, что у кого-то там паранойя, это... Это все немножко странно. Так, что у тебя тут есть? Ну, тут нам ничего не нужно. О, я не зря зашел. Так, земляника. Отлично. Один золотой и апельсин. Сейчас мы все это скушаем. Хорошо. Кишкануть. Оно завсегда приятно. Апельсинку. И одну тыкву. Нет, обе тыквы. Представляете, так сесть и съесть тыкву. Это, по-моему, офигеть. Смотри, сколько книжек. Ножики. Зачем тебе столько? Зачем здесь раскиданы везде золотые? Немножко нарушим порядок. Что еще у тебя тут есть? Тебе оно уже явно без надобности. Мы почистили хвосты. В подвале что у нас? Интересно, я смогу в его квартире ночевать, нет? Почему бы нам не поселиться в этом доме, если сможем ночевать? Мне кажется, просто не получится, но мало ли что. Салаты, малаты. Дешевое вино, пиво. Возьмем все, почему бы и нет. Тут ничего не возьмем. Ну, рулетиков как-то особо не завезли, да? Это что? А, вот его записи. Это будет интересное чувство. Так, ну-ка. Свидетельство против Футиуса Секстиуса. Наконец-то! Я не ошибся с выбором помощника. Теперь нужно получить улики против Давида Сурели, и заговор будет раскрыт. Если нам удастся остаться незамеченными, у нас есть шанс. Поехавший. Просто поехавший. Бернардетта Пинеллис виновна, как я и думал. Мой помощник хорошо зарекомендовал себя. Ему можно доверять. Нам нужно действовать быстро, пока заговорщики не догадались, что я уже не один. Сегодня вечером предстоит получить доказательство виновности Футиуса Сексиуса. Больной. Хорошие новости, у меня есть шанс. Нашел помощника. Чужака, чья свобода перемещения не ограничена. Надеюсь, сегодня же вечером получить доказательство виновности Бернардетты Пинеллис. Морднос. Сегодня я убедился, что Бернардетта следит за мной. Теперь я почти не сомневаюсь, что она одна из них. Это огорчает меня. Я раньше думал, что она из тех немногих в этой банке с пауками, кто добр ко мне. Похоже, ошибался. Что-то у меня в последнее время с чтением. Мысли о заговорщиках. Избранные Марукати. Наиболее вероятно. Безжалостные и скрытные. Несомненно, моя постоянная бдительность вызвала их ненависть. Клинки. Предположительно, защитники Империи. Вопрос. Знают ли они, что мне известен их страшный секрет? Все указывает на это. Мифический рассвет. Нужно узнать о них больше. Отрывочная информация, поступающая из разных источников, заставляет предположить, что они самые опасные из всех. Вопрос. Почему они желают мне гибели?
Ой, больной, ой, больной. Так, наблюдение за Давидом Сурели. Наблюдение. О, что я несу вообще? Наблюдение. Морнос наблюдал за ним из окна второго этажа. Он делает вид, что работает, но я-то вижу, что на самом деле он наблюдает за моим домом. Периодически перешептывается с братом. Не вовлечен ли Гастон? Тирдас проследовал за ним на виноградник. Не думаю, что он меня заметит. Однажды он ходил куда-то. Возможно, тайно спрятал улики. На заметку. Вернуться туда ночью и поискать спрятанное. Возможно, это поможет мне узнать, наконец, правду. Мидас. Слишком плохо себя чувствую, чтобы выходить... А, это же месяцы. Чтобы выходить из дома. Заметил, что он поглядывает на мои окна. Фурдас. Обыскал ночью виноградник. Ничего не нашел, но явно, что земля была вскопана. Должно быть, он понял, что я слежу за ним и перепрятал это. На заметку. Нужно найти себе в помощь кого-то из городских. А, не из городских. За моими передвижениями пристально наблюдают. Фредас. Давид вновь наблюдал за моим домом. Он даже не пытался прятаться. Они наглеют с каждым днем. Думают, мне уже не выбраться из их сетей. Я должен нанести ответный удар, пока еще не поздно. Достаточно ли у меня улик, чтобы перейти к зрительным действиям, к решительным действиям? Да, со чтением проблемы. Но тем не менее, человек был поехавший. Даже если нет... так, как мне встать теперь? Отлично. Просто за то, что он доставил нам столько неудобств. Мы его убили. Там все вроде. Да и в темное братство уже охота. Хорошо, давайте посмотрим, что наверху. Вроде как с этим домом покончено, как и с этим квестом. Убить людей, офигеть. О, монетки кругом. Шо? Этот замок мне не по зубам. Ладно. Книжка. Дом вообще поехавший был, да? Читал книжки свои. О. Тихо. Блин, как-то мне говорили. Просто попробовать, интересно. И сразу... Вот. Короче говоря, сказали, что если во время того, как щелкнул замок, сразу попытаться нажать на автопопытку, то стопудово сработает. Но я не буду этим часто уж пользоваться, потому что это все-таки багаюз. Но, тем не менее. О, золотой самородок. Серебряный, платиновая монетка. Ну что ж, неплохо. Так, кирку давайте возьмем. Мало ли что. Не по зубам. Но у параноика дома неудивительно, да, то, что все закрыто. И здесь он наспал. Просто бардак. Что в комоде? В комоде ничего. Так. А, вот, смотри. Можно и так еще. А, то есть это разное отделение? Понятно. Золото, платиновые монетки, все 5 штук. Ну, неплохо. Ай. Так проще, по-моему. Интереснее намного. Хорошо, книжку уж брать не буду, хотя вроде интересная. Но читаемся еще. Мы сегодня так много в этой серии читали. Вот. Это неплохо. Так, белая накидка. Она нам пригодится, я думаю. Что еще тут? Оркский светящийся посох. Я не думаю, что ему какое-то практическое применение есть. Ну, мало ли. Ух ты. Нет, мне он не нравится. Что еще тут у нас? Обычный амулет удачи. Я его так и не ношу, кстати. С моей памятью это неудивительно. Так, хорошо. Смотри, какое-то парище лежит. Железное. Ну ладно. Пойдемте ночевать тогда. В принципе, все, я так понимаю. А тут у нас что? Открыт при помощи ключа.
Гиря. 50 золотых. Неплохо, неплохо. Мне, кстати, подсказали в комментариях, как найти братство, то есть гильдию воров. Можно было просто подкупить этих нищих, и тогда бы они нас сами, то есть подсказали, дали бы наводку. Но этим мы тоже успеем заняться. Сейчас мы в Скинграде, по-прежнему идет дождь. Нам нужно отдохнуть до утра и с утра выдвигаться из этого города. Интересно. Моя бронь на квартиру еще действует? Привет, красавица! Интересный квест был. Хотя, конечно, большую часть прошла мимо вас, потому что серия «Мать ее за ногу» потерялась. Подожди. Нет, похоже, бронь уже все. Ну, пойдемте снимем по новой квартиру. Спец нас! Ой, блин, опять не туда. Я мог... Я знаю. Постель. Тебе нужно отдохнуть. Сниму. Все, пойдем. Хватит болтать. Хватит. Я согласен. Так, ну ладно, ночуем. Да, в принципе, выдвигаемся дальше к Очу. Или нет, скорее всего, если придет темное братство, то пойдем по этой линии. Так, ну время 3. Мы поспим где-то, наверное, часов 12. Это будет круто. Ну? Ты спишь очень крепко для убийцы. Это хорошо. Ибо для того, что я сейчас предложу, тебе понадобится чистая совесть. Помолчим. Ты предпочитаешь молчание? Как и я, мое дорогое дитя. Как и я. Разве молчание не симфония смерти в оркестровке самого Ситиса? И разве не ирония, что я пришел к тебе как уведомитель темного братства? Меня зовут Люсьен Лошанс, и мой голос — это воля Матери Ночи. Она наблюдала за тобой, наблюдала, как ты убиваешь, восхищалась тем, как ты отнимаешь жизнь без тени сострадания. Мать Ночи очень довольна. Вот почему я стою здесь перед тобой. Я пришел, дабы предложить тебе возможность войти в нашу уникальную семью. Акакий, ты меня вообще не помнишь. Акакий, знал бы ты. Ну, мы помолчим, как всегда. Значит, мне удалось завладеть твоим вниманием. Отлично, теперь слушай. На зеленой дороге к северу от Бравила находится таверна «Дурное знамение». Там ты найдешь человека по имени Руфио. Убей его, и твое посвящение в темное братство будет завершено. Сделай это, и когда ты в следующий раз будешь спать в месте, которое я сочту безопасным, я посещу тебя вновь, неся с собой любовь твоей новой семьи. Хорошо, Акакий, я согласен. Пожалуйста, прими этот подарок от темного братства. Это девственный клинок, и он жаждет крови. Пусть он верно служит тебе, как и твое молчание. Сейчас мы должны проститься. Очень надеюсь, что мы скоро встретимся. Я тоже на это надеюсь. Расскажи мне про Мать Ночи. Мы прославляем нечестивую Матрону. Клинок горя. Из ее теневого лона мы вышли. Из ее груди мы всосали злобу и боль. Она любит своих детей. Так, кто такой это? Да мне неинтересно, кто такой Труфио. Раз должен умереть, значит должен. Расскажи мне про темное братство. Доводилось ли тебе слышать о темном братстве? О смертоносной гильдии безжалостных наемных убийц? Присоединяйся к нам. И ты узнаешь, что темное братство — это и все это, и многое другое. Прежде всего, мы — союз единомышленников. Мы убиваем ради денег, ради удовольствия и ради отца ужаса Ситиса. Мы — семья, чьи узы спаяны кровью и смертью.
Хорошо. Да, я уведомитель, представитель темного братства. Мой голос — это голос черной руки, что руководит нашей организацией. Одна из моих обязанностей — находить выдающихся личностей, вроде тебя, и предлагать им место в нашей семье. А, чаек. Ну что, в принципе, все понятно. Пока, Акаки. Увидимся, когда я выполню задание. Твой путь ясен. Отправь Руфио навстречу своей смерти, и темное братство примет тебя в свою семью. До свидания. Ох, как он испарился, да? Он не испарился, он... Ну, вы поняли. Так, клинок горя. Как я по тебе соскучился. Это же мое оружие из Скайрима. Он и бритва Мирунса Дагона. Дагон? Дагона. Неважно. О, я узнаю тебя. Ты, конечно, маленько изменился, но это все-таки ты. Так, а броньки мне не дали ваши? Ну, то есть не броньки, а накидки. Ну что, выдвигаемся? Надо будет книги качать, конечно же. Результативно. Отлично. Прям как вернулся в Скайрим. Это приятно. Куда нам двигаться, я, честно говоря, забыл. Прослушал, я просто смотрел на него и умилялся. Мой сон был нарушен визитом Люсьена Лошанса, представителя гильдии наемных убийц, известной как Темное Братство. Он сказал, что если я хочу присоединиться к его семье, то мне нужно отправиться в таверну Дурное Знамение, найти человека по имени Руфио и убить его. Если я просто оставлю Руфио в покое, Лошанс больше никогда не придет ко мне. Конечно. Так, это нам достаточно дофига идти. Я напомню, я практически не пользуюсь быстрыми перемещениями. Единственное, что я могу, это зайти вот сюда. И тут у нас какой-то... Где мы там с вампирами вообще дрались? По-моему, тут. Или тут. Здесь, по-моему... Короче говоря, там, где мы убили вампиров в одной из сокровищниц, мы забыли взять вино. А оно оказалось квестовое, люди сказали в комментариях. Поэтому сейчас мы по-быстренькому слетаем туда, а тут уже пешком пойдем, куда нам нужно. Я надеюсь, это тот, не айлетские руины, а именно где мы с вампирами дрались. Так, хорошо. Я не помню, честно говоря. Да, это оно, по-моему. Пойдем посмотрим. Что-то совсем с головы вылетело. Ну, я уже давненько не играл, правда. Да-да-да, это оно. Вот один из вампиров... А, это мертвый охотник. Вампиры, я надеюсь, не возродились, потому что тут была просто головомойка. Мы как-то прошли, и потом вон оттуда спрыгнули вниз, то есть срезали. Хорошо. Ну, вроде спокойно, да? Так, тихо. Это я помню место. Ну. Да, блин, все равно цепануло. Там по-прежнему крысы. Ой-ой-ой, как это успел-то? Да я знаю, да. Это я сам наложил. Да его просто там убило. Так, короче говоря, те люди, которые мне говорят, что убирать стрелу можно кнопкой R, вы, пожалуйста, уже прекратите глупости писать. Вот сейчас я нажимаю кнопку R. Она не убирается. Можно... у нас оружие поставлено на ходки, то есть на слоты 1, 2, 3, 4. Некоторые говорят, что можно убрать так. Вот сейчас я нажимаю 1, 2, 3. Так что, пожалуйста, глупости больше не пишите. Это временами просто уже начинает раздражать. Я люблю советы, когда они полезные и реалистичные. А когда пишут от балды, это единственное, что удивляет. Так, ну ладно. Раз у нас здесь появились какие-то бабайки, то, скорее всего, мы просто не пробьемся туда. Хотя у нас есть серебряные стрелы. О, еще бы мне дорогу помнить.
где-то вот тут. Я помню тебя. Ой-ой-ой-ой. Короче, я не хочу второй раз эту головомойку. Даже кто дерутся лучше, чем я? Паду, нет. Тихо. Может, с дюжем? Ну, если так будем стрелять, то, конечно, не с дюжем, но... О, это сильный. Почему-то мне хочется их по новой убить. Тем более, что на этом кач идет просто нереальный. Тихо, тихо, тихо. Вот ты мне сейчас... Нарежешь. Да, блин. Я не то делаю. Ну да, просто кулаками меня монах-вампир застучал. Понятно. Так, ну что, я не хочу, честно говоря, по второму разу эту головомойку проходить. Мы сюда придем, это место я помню, когда будем посильнее. Я помню, короче говоря, что здесь есть квестовое вино. Мы его возьмем. А пока что, ну и черт с ним. Фу, так. Лошадка. Почему старая кляча вообще? Это глупо. Она не старая. Так, нам нужно вот сюда. Ближайшее место у нас... Давайте от таверны, что ли, пропутешествуем. Поскачем от таверны, я думаю, это будет нормально. О, чаек. Так, кто там такой? Стражник. Погода просто... Хороший хозяин в такую погоду собаку из дома не выпустит. Так, ну и нам, в принципе, не так далеко ехать. Здесь у нас... Не, далеко. Я думаю, мы сейчас доскачем и завершим на сегодня серию. Или, может, даже в процессе, потому что дорога что-то очень-очень долгая будет. Мы сейчас минут 15 будем туда скакать. А то по дороге, может, найдем что. Но здесь вот я вообще заметил, в отличие от Скайрима, там просто когда мир путешествуешь, исследуешь, можно нарваться на интересный квест, исследуя именно руины какие-нибудь. А здесь же просто так в руинах делать нечего. Ну там, может, найдешь хорошие вещи только. А так, если туда только по квестам ходить. Ой, там кто-то есть. Сейчас погонится, нет, за мной. Отлично, еще все проблем на задницу. Подожди, он мирный? Ой, да ладно, поехали, короче. Погодка, офигеть, гром грохочет. Притормаживание. А скоро, конечно, серьезно нагружает систему, да? Форт добродетель. По внешнему виду я бы не сказал, что он больно уж добродетель. Скакали по берегу. Да, ночью мирок, конечно, не такой приветливый. Это что он? Ой, твою мать, ты что там, откуда взялся? Лошадь, тебе вообще плевать, что ли? Лошадь, бей его, ломай. Лошадь какая-то эстонская. Если кто смотрит это из Эстонии, простите меня. Я ничего не имел в виду. Дорожное святилище, дебил... Понятно. Люби красоту и почитай ее. Молись у моих алтарей в часовнях, чтобы получить мое благословение. Круто. И что она мне дала? Подожди, а где это пишется? Активные эффекты. Повышение обаяния, видимо. Да, поцелуй дебила. Круто. Давайте тут остановимся, наверное, до следующей серии уже доскачем. И там у нас будет первое убийство за темное братство.
и пойдем выполнять линейку квестов за них. Я думаю, это будет круто, потому что говорили, что Темное Братство в Обливионе гораздо более интересно, чем в Скайриме. При том, что в Скайриме за Темное Братство мне больше всего нравилось выполнять контракты. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.